Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре будет очередная проверка крана. На этот раз это будет кран, который называется Free Bitcoin. В свое время он очень хорошо платил, наверное, и сейчас продолжает платить хорошо. В любом случае, сегодня мы хотели его проверить на вывод средств. Здесь очень щедрые есть токены, которые можно будет обменивать на различные криптовалюты. То есть вы сами выбираете потом, на что обменивать. Кто не проходил регистрацию, нажимаем регистрацию, регистрируемся, потом логин, пароль и входим в кабинет. Итак, заходим мы в кабинет. Как мы видим, у нас на счету токена 1 815 000. Нажимаем withdraw и выводить мы будем их в качестве сатош. Это получается всего лишь 133 тысячи сатош. Не так уж много, как токена. Выбираем сатоши, нажимаем и нажимаем вывести. Итак, статус находится в ожидании и, как мы видим, сумма должна поступить в течение 48 часов. Поэтому жмем пока видео на паузу, как только денежные средства поступят нам на счет, мы продолжим данное видео. Итак, как мы видим, FreeBCC все нормально, выплатил 133 612 сатош, никаких вопросов к FreeBCC нету, проект по-прежнему платит, он реально крутой проект. Не знаем, как сейчас он платит, но как мы видим, в принципе, и сейчас неплохо, 250, 300, 200, 400 токенов платит за каждую ссылку, поэтому очень крутой кран, очень классно на нем зарабатывать. Единственное, что обязательно вот это читайте, что здесь пишется, потому что бывает такое, что здесь пишется, что закрывает реклама какую-то часть, какие-то кнопки, поэтому обязательно здесь ознакомливайтесь. И здесь также написано, пожалуйста, снимите, когда вы закончили заявку за день. Если вы ждете вывода более 2 недель, у вас есть все шансы получить бан и потерять свои токены. Для поддержания работоспособности сайта мы даем срок действия и удаление данных через 14 дней. Вместо бонусного дня я буду увеличивать вознаграждение за короткие ссылки. Пока не найду еще раз доказательства мошенников, и боты уходят. Вот таким вот образом здесь множество есть информации, поэтому обязательно читайте. И, в принципе, как мы видим, сумма в такое количество сатош, все нормально, выплатили, никаких вопросов нет. Все здесь точно так же, нажимаете запрос и проходите рекламу. Сейчас мы уже показывать ничего не будем, просто в этом видео мы, как всегда, проверяем на вывод средств. Вывод пришел, значит, можно спокойно дальше зарабатывать. Вот такое вот видео, кому оно понравилось, регистрируйтесь. Как всегда, ссылку оставляем в описании под видео. Также подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео о заработке в интернете вместе с нами. Всем до встречи!